25 июня в Дмитрове состоялось торжественное открытие нового долгожданного гипермаркета «Лента», который стал первым магазином сети в городе и 255-м в России. На площади в почти 3500 квадратных метров теперь можно выбрать из 22 тысяч наименований товаров. Есть все виды продуктов питания, хоть длительного хранения, хоть свежеприготовленные прямо на месте. В нашей дмитровской ленте есть собственная пекарня. То есть мы сможем обеспечить наших дмитровчан свежевыпеченным хлебом, круассанами к завтраку, пиццей, вкусными пирогами. Также мы открыли пельменный цех, в котором будем изготавливать пельмени с разными начинками. От простых до с индейкой, например. Для любителей выпечки есть тандыр. Для дачников имеются шашлыки, рыба, колбаски на любой вкус. Ассортимент товаров и правда широкий. Есть секция детских товаров. Большой выбор товаров для спорта и отдыха. Большое количество свежих овощей и фруктов для тех, кто следит за здоровьем и старается оставаться в форме. Много сладостей, чая и кофе, замороженных полуфабрикатов. Отличный выбор товаров для дома. В общем, перечислять можно бесконечно. Ну а чтобы после похода в магазин, где есть все, семейный бюджет оставался в порядке, в «Ленте» придумали программу лояльности для своих клиентов. Покупки в гипермаркете лучше всего делать по карте номер один, которую можно оформить в интернете или прямо на месте. Программа лояльности дает покупателям расширенные преимущества. Каждый получает скидку 5% с покупки, а кроме того, может участвовать в акциях, получать персональные скидки, бонусные баллы за покупки и уникальные предложения от партнеров ленты. Каждый клиент может ежемесячно выбирать 5 любимых категорий, чтобы получать за покупки больше кэшбэка бонусными баллами, приравненными к рублям. Получается, что чем чаще ходишь в ленту, тем меньше платишь. У нас всегда акции. Если вы собираетесь в ленту, будьте уверены, вас всегда ждут скидки, суперпредложения, розыгрыш призов. Лента – пример социально ответственного бизнеса, который создал новые рабочие места в нашем округе. Для нас очень важно, что со смены торгового оператора для округа, для рабочих мест, для жителей ничего не меняется. То есть сохранены рабочие места. Плюс для нас очень важно, что это ответственный бизнес, это крупная компания. И, соответственно, у них очень серьезный подход к своей деятельности. «Лента» оказывает поддержку пенсионерам, многодетным родителям, одиноким мамам и инвалидам. Все эти покупатели получают 10% скидку на все товары. Также помощь могут получить медицинские работники, молодые родители, студенты и новоселы. Для получения скидки достаточно показать студенческий билет или договор на покупку или аренду квартиры на стойке информации магазина. Помимо специальных цен, «Лента» удерживает цены на социально значимые категории товаров, обеспечивая постоянное наличие этих товаров на полках по привычным для дмитровчан ценам. Это свежие овощи и фрукты, собственная продукция собственного производства, выпечка. Обращайте внимание на значок «Низкие цены». Под этим значком скрываются товары высокого качества по самым выгодным ценам. Еще одним удобным сервисом магазина является возможность взять сканер для покупок на входе в торговый зал. Данная система разработана для удобства наших покупателей. Любой покупатель, имея карту «Лента», может подойти отсканировать карту на терминале, и ему выдастся подсвеченный сканер. Да? Покупатель в удобном для него режиме совершает покупки в торговом зале, сканируя штрих-код каждого товара. Оплатить данный товар можно на кассе самообслуживания, отсканируя QR-код на, собственно, стоечке, да, безналичной оплатой, и, собственно, так будет совершена покупка. Теперь покупатели и в Дмитрове также могут воспользоваться всеми преимуществами сети гипермаркетов общероссийского значения.